the side of the embankment. Это похоже на, забыл, как называется, такая. Да, ну вот эта фишка, это так, как в Питере. Это воинская, эти победы, типа. This reminds me of St. Petersburg, guys. All right, 700 rubles for boat cruise. So we are now walking on the embankment of Voronezh here, at, next to a water reserve. Тут они обновили ее, она такая не была раньше. Я помню, она была такая бетонная и не очень, все советская. Тут вообще был асфальт, и он был такой разбитый. Вот-вот. So they have fixed the whole embankment. Когда это было? Несколько лет назад? Ну, не несколько, 10 как минимум. А-а-а. Не, смотри, меньше. Причем сделано в виде тоже этого корабля, ты видишь, детская площадка. А, да, точно, точно. Так, шашлык? Не, что ты делаешь? Не знаю, что делать, не шашлык. Блин, как они сделали электричество, а? Просто через этот, через воду. Да, я там гулял, вот это я узнаю, вот этот пред. А, вот парк, советский. Как этот, ты, а, вот он, этот парк? Там Алые паруса или что-то. Да. Он где-то вон там как раз напротив. Ну вот, после моста, то есть. Это клево. Серег, это клево. Подтягиваться. Да, блин, я мог 20 делать спокойно. Еще год назад. Ну, 15. А нам оттуда и на проспект, типа, да? Я думаю, можно вообще даже на автобус сесть. Ну, можно. Сейчас мы дойдем вот туда. Мы можем к концу проспекта, да, правда? И потом наоборот. Обратно в центр идти, обратно. Отъехать, ну? Откуда мы начали, и уже оттуда пойти по проспекту. Можно вот так через... А, где мы начали, и так? Да. И... А не наоборот? Не наоборот, наоборот хуже. Почему? А, не... А там в конце будет просто церковь, как-то это будет более эпично смотреться. Ага. Чем мы отсюда начнем. А сразу. Пиво продают? Просто мы обратно вернемся к площади. И потом можно с другой стороны обойти и пойти обратно назад. Вот так обратно. И уже нас по втором потом возвращаться. Ну. Что делает? Пошли посмотрим. Да блин, бананами. Мне кажется, коктейль делает. Аперол шприц. Но. Главное мороженое. Да? Ну ты написано, там написано. А написано? Да. Fat ice cream it said. Was named Fat Ice Cream. Да вон они идут. Они далеко от, от, ты отплывают. Видишь, они только еще даже продолжают. Только. Ты видишь, они еще делают площадку. Ну. Вот, покрытие, видишь, делают. Ага. Continues, they're still developing the embankment over here. Тут лучше пойти по мостику, да? Да я не знаю. Уже просто идем куда идем. Да.
Церковь звучит. Церковь — это как раз конец революции. Так, сейчас еще надо Аню набрать, мне знать, там окончательно стоит. В общем, решил с мышкой. Просто кладки. Хорошая работа тут. Good job, I think. О май год, вот клево. А вот они Sims. На такси. Тут лучше, мы выше. Кстати, очень гладкие. Под дождь тут, наверное. О, электричеством ударило. Да? Да, на каждом попробуй. Нет, зачем мне? Я очень хотел это, блин. Да ты уже все. Уже все, да. Ты все там. Там пол Воронежа погасло только что. What a beautiful embankment, guys. О, кстати, классные дома. Да, конечно. Отойти мне. Я слышал, да. Электрический чувак. Говорили, что это вроде нормально все. Хочешь еще попробовать? Электричество есть? Давай. It was at this moment that he knew he fucked up. Даже я чувствую это. Попробуй сам. Нет, я ненавижу это чувство. Причем бьет нормально, сильно. So it's electrical. Это уже все. Нет. А это чтобы, видишь, это чтобы не доказывать. А реально? Нет, я шучу, смотрю. Да. Капец. So the gate, well, the wall is electrified. Только в Воронеже. Не, но мне кажется, это действительно так, потому что... Да? Почему? А, yes, maybe it's... It's actually, yeah, но это очень некрасиво. It's electrical, so that people wouldn't climb. Это целый город просто. Смотри еще. Стой, стой. А, нет. Стой. Стой. Да не, мне кажется, их уже нет. И ты видишь, там, где высоко, мне кажется. Мне кажется, правда специально сделано, чтобы где высота, чтобы не это. Ой, ты! Вот так вот, знаешь? Вот так ноги ломаются. Именно так я в телефоне смотрел билеты и упал. И еще вторую бы. Ой-ой-ой. Life in Воронеж. Beautiful. Гораздо мало это движения тут. Not too many boats. Или тут по вечерам есть вечерние такие катки, или как называется? Не катки, а...
Ну, по воде катаются тут, да, вечерние такие, с атмосферой. Не знаю. А. Вау, смотри, тут как красиво. А это что за красная башня? Это вот алые паруса, да? Не знаю. А, наверное, да. Такая одна большая центральная там улица, и вот в основном концентрировано там все. Ну. Как бы правая сторона, мне кажется, даже побольше, хотя я могу ошибаться, не знаю, я просто, видишь, с этой стороны мы в основном живем, поэтому, мне кажется, сам знаешь, в пригороде с правой стороны, поэтому привычная больше правая сторона. So, according to Сергей, this is better place, better side. Я должен узнать это, я должен сравнить. Тебе приеду, тебе скажу, вот он приеду. Если, а, если, ну, если ты не будешь свободный, или если вдруг не захочешь. Хотя не знаю, надо ли. Но там это алые паруса, конечно, или этот. А где мы были? Парк там, где танки я лазил. Да, это там, да? Все, я тебе говорю, тебе обещаю. Лучшая сторона это все-таки левая. Я слишком многие вещи помню с левой стороны. Ладно. А на алые паруса я ничего не помню, кстати. А в чем алые паруса тут и в Питере? Это какая? Не везде знаю. Везде алые паруса? Да, популярные названия. А. Ты думал, это питерская фишка? Тут просто поддельная отделка такая. Он продолжается после моста еще? Continue after the bridge? Мне кажется, нет. То есть мы всю набережную пройдем? Да. We're gonna be passing the full embankment. Только ее продолжает уже туда. Ты же там, помнишь? Сейчас смотрели. Она продолжается, сейчас будет. Будет продолжаться с того места, где мы начали. Это набережная. Там же строили, уже видел? Ну, там, Мас... наверное, нет, там. Мы же где мы начали? А, ну там... это да, это я понял. Я ну. имею в виду, вон там, наверное, эти кораблик открыт. А, да-да-да. 700 дороговато, я должен сказать. Дорого, да. Ты за... Ну ладно, цены подняли из Питера, там исторические, то есть типа бесконечная история, не просто красота, да? И они стоят, ну ладно, в пик 1500. Раньше стоили, знаешь, под 1000. За 1000 можно было. Блин, а как бы нам назад не пришлось возвращаться, чтобы там подняться? Ну, авто... А, ну возьмем автобус какой-то. Не, я вижу, что тут как. Автобус. Там, как мы в Стамбуле видели, соли. Там их да, совсем реально уже много. Там какая-то фишка какая-то. И там типа уже проблемы, знаешь, там видно, что нехорошо из-за этого. Alright guys, this was the one of the videos of Voronezh, and this was the embankment and many other places here in Voronezh. Thanks a lot for watching. Igor Travels continues. Please support the channel and see you guys in the next video. Bye bye from amazing Voronezh, the city of military glory. Bye bye y'all. Guys, try to find a crossroads for pedestrians. Well, it's actually here. We just don't see it. There's only one sign over there, but... Man. I wouldn't risk it. But there's a church right there. Wow. And this is the highway across the bridge, guys. Посвященных
Второй мировой войны отделение именно. Ну, я помню, я проходил это. Представь! Да, Великий Отчизненный. Тут тоже сделали, кстати. Раньше, помнишь, такое тут было полуасфальт еще давно, и тут такая была вся разбитая. Было, да. Узенькая узлочка. Сейчас видишь, так нормально. Деньги нормально. Дермоклуб. И налево нам туда? Не, нам наверх. Этот площадь. Наверх. Слушай, тут офигенно. Смотри, как он не выглядит на русский город. Выглядит на Испанию какую-то. Не шучу. Типа, ну, горки, и потом вот типа такое историческое чувство. Это, не знаю. Но... От Испании светлых девушек много. А? В отличие, говорю, от Испании светлых девушек много. Да. Вообще, там кайф, лес. Пойдем, зайдем, да? Не хочешь? Давай. Тут трасса рядом, а рядом так и все зелень. Знаешь, что надо сделать? Мы можем тут подняться, если тебе хочется. Ну, давай. А то что-то мы мало поднимаемся, давай-ка. А какая разница, что там ты поднимаешься, так, а, что ну, да. Здесь. Это даже легче, когда. А, только нам уже отсюда не выйти, а на видишь, как там. Типа... А, да? Ну, пойдем. А где коты? В таких районах должны коты быть. We are all the cats. Капец, это супер, это супер. А это уже на Грузию похоже, да? Да, иди. Извините, извините, а выйти можно? Извините, выйти можно отсюда? Ну, вот так вот. Немножко. Ага. Налево и наверх. Спасибо вам. Да. А то идем. Нет, ну это понятно, что... Что понятно? Ну, с пакета, с магазина идем, понятно, что... А! Ты какой умный, а? Ну тут пиво попить. Ну тут, конечно, вещи за собой не убирают, так вообще кайфово. Конечно. Это нас фоткать, это... Это, Игорь, просто современное искусство, как всегда. This is Воронеж artwork. Символизирует, что пить надо всегда в паре, одному не надо. У нас уже все символизирует. У нас это будет название путешествия. Смотри, такой чипостройка сразу. And next to it something totally different. Дверь открыта, думаешь? Ты смотрел видео, где я захожу в чужие дома и такое? Нет. Нет? Ну, я люблю заходить. Ну, для съемок видеть старые. Чем старые, тем лучше. А если новые, мне не интересует. Это герб Воронежа, если ты не понял, они изобразили. А, да? Да, это падающий кувшин с водой, бьющийся. Это герб Воронежа. О, oh, there's a vase with water that is going down, sort of. Именно падающий? Ну вот, вот такой лежащий, прям на гербе нарисован. Ага. Да.
с тобой заработали по пивку. По пивку. Вот, вот это, видишь, вот прям старинный. Смотри, дома, видишь, какие? Ага. Вот, посмотри. Вот или под старый, но я думаю, старинный. Нет, старый, действительно. It's like 35 degrees, y'all. This is old building, да, по красным видно. А, вот передача, да? А? Какие на каблуках сейчас спускаются. Это передача, да? Нет, какая передача? Передача это... РЖД. Нет, это... здание РЖД там, а придача это что? А, это на той стороне. На левом берегу вообще. Вот мы понял, ошибку. С конца правого берега же. Это... сюда нам, да? Ну это все, вот проходит революция Аркадия. Вон он, смотри, храм. Ага. Вау! Ты что, давай-ка отсюда начать и в центр идем. Ну смотри, сам. Да, в центр лучше будет, чем наоборот. Этот тут. Ты не ценишь. Вообще. Ты не ценишь свой город, как я. Ты только, кажется, в прошлый раз тут был, в прошлый раз и со мной. Когда ну мы... да. Реально? Тут мы были помоложе чуть-чуть. Да. У тебя не болели ноги. Да. Вот Петр. Петр говорит. Ну тут Петр, видишь, самая популярная фигура вообще в городе. Да. Ну вот, обрати правильно. Внимание на название. Петровский пассаж, да, отель. Four Star Hotel. Here is Peter again. Here is the naval theme continuation of it. Какую пушку? Вау! А? Какая пушка больше всего нравится? Не знаю. Все они такие же. Почти. Мало людей в парке, не зеленый что-то. Смотри, видишь, тут ничего не сделано. Трава все уничтожилась. А это сделано, вот. Цветочки. Тебе смешно, что когда звонят, все люди первым делом поворачиваются. Типа, мне? Да. Это что? Вот это здание. А, это РЖД? Да. Вау. Внутри что-то, но не пойдем. Подожди, какая площадь? Это же рядом было где-то. Нет? Площадь? Нет, это нам туда идти. Это... колледж. Давай-ка зайдем где-то покушаем тут на этой улице. Я думаю, потом не будет рядом. Да может и не будем тогда, тут мы уже и так. А потом уже в 7 минут поедем, да и все, и там поедем. Нет, тут... сейчас не знаю даже где-то сейчас. Ну что будет? Если нет, то нет. О, в стиле маяка. Маяка. Ну реально животных никаких нет. Это типа настоящий город. Это полный. Это реально там граница происходит. Это немножко другая жизнь. А это моя любимая улица стала только что. Это красота. Как называется? Проспект Революции. А, это вот это вот и есть? Это оно и есть, да. Капец. А та, что за улица там идет, это просто шоссе какая-то, да? Ну это просто, да, это я не помню даже, честно, какая-то улица. А, шоссе. Ну, как бы, это красота. Вау. Ну это главная улица, да? Ну да. So this is the... Да, и вон в конце это начало, да? Ну, это ты конечно, не увидишь, нет, это там Тарковский сквер еще будет. Wow. So this is the main street of Воронеж, guys. This is Prospect Revolution. Да, да, все правильно. Спасибо, что принес, дошел до сюда со мной. Это мне кажется, вот это самое любимое место, важное. Заходи, как хочешь. Вау.
So now we're going to check out Площадь Победы, the Square of Victory. It's truly awesome. Тут огонь вечный, вон он, да. Все, guys. Welcome, guys, to Площадь of Victory. Воронеж City. Тут, наверное, ужасные битвы были. Через бой. Лодки там старались в атаку там. Немцы старались штурмовать еще ту, ну, вторую сторону еще, да? То есть конечно, не... да. Ну, вы удержали, да? Вау. А? А, сейчас, да, давай. So guys, here is the map of the battles. So the story goes that Nazis occupied the eastern side of the city. And Russia did not, Soviet Union did not retreat from, well, they maintained on the other side of the lake, on the eastern side. Sorry, yeah, eastern side. So western side was taken this way. So here's the battles, actually, how it took place. Different divisions. А где речка в середине? Или есть ли это? Курск, is that way. Курск. This is... А, это не только город, да, это Воронеж. Понял, понял, да. А Воронеж вот справа, да. So here's the two different battles and what happened, how we pushed the Germans out. Воронежский фронт, Воронеж фронт. Here's these are heroes of Soviet Union. Это полные кавалеры орденов славы, то есть все награды главные, которые получили их перечисление. The main people who received the honorary, anyway, honor of being a Soviet Union hero. Had skaters here back in the day, so they make these stuff so that they would not be able to. Ужас, почему они такое делают даже, знаешь? Зачем им это кататься тут, такое место? Люди разные бывают, как у меня ребенок говорит. Ну да. And here's the beautiful view of Воронеж, yo.
тут уже такие обстроенные. А где старые? А, да, вот старые. Really like old neighborhoods. And some new ones. The ugly ones. Да, застроен так. Но не там мы были раньше, не? Не, мы дальше. Ну, мы дальше. Но вон там были. А это просто стелла, да, или как это называется? А, и вот это где шашлыки были, да? Нет, это мост? Или что там такое, видишь там? Бульвар, бульвар какой-то. Видишь там на, между? Это не то? Нет, может там дальше. Пошли. И пошли кушать. All right, this was the embankment of Victory площадь, Victory Square in Воронеж. Which like